You're no chorus girl. Вы не девушка из хора. You're a singer. Вы певица. A comic. И комедийная актриса. Skinny legs. С тущими ногами. So why'd you try out for the Почему chorus? Вы не участвовали в конкурсе хористов? Потому что вы набирали других девушек. Если вам нужен жонглер, я бы стала им. Мне бы только попасть на сцену. How come you hired Может, возьмете меня? Because you wanted it so much. Потому что вы очень этого хотите? You sure you're tough а вы уверены, что достаточно уверены в себе, чтобы заниматься Maybe бизнесом? Not. Может быть, и нет. Say, can you вы умеете кататься на роликах? Почему вы вдруг предложили мне прокатиться на роликах? Я завтра репетирую новый номер. Если вы умеете кататься, приходите к полудню. А как же Кинни? Он не появится до ночи. Но он убьет тебя или даже уволит. Нет, если покажешь, что ты хороша. Ты уверена, что умеешь кататься на роликах? Могу ли я кататься на роликах? Я думал, ты умеешь кататься на роликах. Я не знала, что не умею. Кататься на роликах – это в самом деле модно. Слышишь повсюду – найдешь большой приз. Щелканье коньками – закрути колеса, и ты удивишься чувству своему. Уходи со сцены. Девушки в Париже говорят, что это больше, чем чудо. Спасибо, мистер. Это вы? Оставайся на сцене, Фанни, ты им понравилась. Иди назад, ну, ну же, милая. Отойди назад, это мой номер. Но у тебя не получится. Извините. Вот и она. Strong, I can't do without you. Houcha magoucha, don't stay too long. I need a little, a little, ooh, little, oh, and I'm knocking on wood. Honey, hurry up, hurry up, it's so hard to be good. I'd rather be blue. Thinking of you, I'd rather be blue over you than be happy with somebody else. Will I be good? Will I be bad? Don't be a fool, you fool. My little flat, I'm turning that into a Sunday school.
While you're away, I'm here to say there'll be no Iceman there. Singing the blues, I'm gonna use nothing but Frigidaire. I'd rather be blue, thinking of you. I'd rather be blue over you than be happy with somebody else. Blue over you, I'd rather be. With somebody else. Эдди, им понравилось. Вы слышали это? Следующий номер твой. Им понравилось. За что ты думаешь, я тебе плачу? Разве им не должно понравиться? Я не знал, что вы мне платите. И я не знаю, сколько вы мне платите. Но спорю, что этого недостаточно. Послушай, девочка, когда я все обдумаю, я дам тебе знать.